А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Дмитрия Скрынника. Он состоит в нашей команде вместе с Феромиром и Азлагором, если честно, делает даже интересные видео по Майнкрафту. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Хе-хей, всем привет, друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего 6-го сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как начать, давайте же посмотрим, какое развлечение нас ждет в этой серии. В этой серии мы сделаем много чего нового. Мы прокачаем нашего покемона, наконец-то его эволюционируем, и также назовем одного с наших покемонов в честь какой-то летсплейщицы или блогерши, которой задание, которое я вам давал в предыдущей серии, чтобы вы нашли, написали имя какого-то летсплейщика или летсплейщицы. Или блогерши, да, ребята. Но перед тем, как начать, как обычно, я всегда, ребята, говорю то, что не забываем ставить лайки. Ведь если мы наберем сегодня то, что вряд ли будет, потому что мы еще никогда не делали, или завтра 1000 лайков, короче, когда мы только это наберем, сразу же выходит следующая серия. Поэтому, ребята, когда будет следующая серия Пиксельмона, как я уже много раз говорил, зависит только от вас. Если набираем 1000 лайков, сразу же выходит следующая серия. Будет ли это сегодня, завтра, послезавтра, зависит только от вас. И, во-вторых, ребята, я буду просто-напросто очень сильно рад, я увижу то, что вам нравится серия Пиксельмона, и у меня будет еще больше сил для записи новых видео. Также, ребята, не забываем ставить лайки, не лайки, а уже комментарии, да, я же общаюсь со своими подписчиками. И, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, все, что от вас требуется, это просто-напросто написать ваш комментарий с каким-то вопросом, пожеланием, советом, я постараюсь его прочитать, ответить, также с вами пообщаться. И последнее, ребята, это то, что подписывайтесь на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, подписывайтесь, я буду очень сильно рад. Ну и что, ребята, что мы сейчас будем делать? Давайте сначала я скажу, кто, наверное, победил. Не то, что победил, я же вас уже спрашивал, кто с летсплейщиц или блогеров будет, по черису, чью честь будет названа. Многие мне говорили то, что у меня есть три варианта. Во-первых, это девушка Ивангая, это Марьяна Ро, да, ребята, если я не ошибаюсь, потому что, ну, извиняюсь, я не всех ютуберов на земле смотрю, поэтому я могу просто-напросто неправильно сказать их имя. Марьяна Ро. Второй это вроде... Саша Спилберг или Саша, да? Ну, надеюсь, что я правильно. А то сейчас многие на меня полетят. Эдисон, как ты не знаешь, как ты неправильно назвал ее имя? Это во-вторых. И в-третьих, это Моня, да, короче. Ну, Алена Моня или как она там называется. И знаете, что я подумал? В честь этих трех девушек, я надеюсь, офигенных, вы должны это знать, мы назовем наших подписчиков, тут тупая башка, наших покемонов. Но как я решил, смотри, ребята, по черису мы назовем в честь Алены Мони. Вы спросите, почему? Потому что Марьяну Ро я хочу назвать покемона, допустим, ту же Чикориту. Знаете почему? Потому что у нас есть уже покемон Туртера, он травяной, и он назван в честь Ивангая. Поэтому я хочу ему сделать как будто небольшую пару. То есть травяной, и в принципе они даже внешне более-менее так похожи, будут у нас пара Ивангай и Марьяна Ро. И в принципе вот тогда даже они будут сочетаться. Мне кажется, не очень будет сочетаться Тортера там с белкой электрической. Как-то это не очень. А в честь Саши Спилберг, извиняюсь, ребят, если я неправильно говорю, потому что вроде Саша. Хрен его знает, честно. Я не могу знать. Мы назовем какого-то другого покемона. Нужно найти прям какую-то там, я не знаю, девушку покемона. Допустим, Джинкс может. Что-то такое яркое и эффектное. Я, если честно, ребята, пока что не знаю. Потом посмотрим. А по черису мы, наверное, назовем в честь Алены Мони, как я подумал. Но, ребята, это пока что подождет. А что мы будем делать в этой серии? Ребята, я уже немного прокачал орб. Как только я зашел в Майнкрафт,
у него вроде было 198 убийств. Или 197, короче, около этого, неважно. Сейчас уже 148, я уже его немного прокачал. Я уже немного прокачал еще Шанделура, он уже 58 уровень. Я уже немного прокачал Лайрона, он уже 43 уровень. Он уже должен был эволюционировать два раза, но я два раза отменял его эволюцию, потому что, ну, в принципе, я хочу поделиться с вами, чтобы мы все увидели, как же он эволюционирует. Поэтому, ребята, сейчас мы пойдем его дальше прокачивать, и в этой серии он уже наконец-то эволюционирует. Да, ребята, и подтопаем я, в принципе, пока что не знаю, куда, то ли сюда, то ли в Сноуби. Ну вот тут, в принципе, я пока что, ребята, не знаю. Может, утром вот тут еще есть несколько вот пылесосов. А пылесосы, как я заметил, с пылесосов офигеть, сколько много уровня дает. Точнее, не уровня, а опыта, да? Поэтому достукни ты уже его твою... Что-то... Он, наверное, с ним немного подружился, раз он не хочет его стукать. Мне даже эффекты никакие не накладывал, да? То есть не усыплял, не замораживал, но я почему-то не могу бить его. Да ты что, издевайся? Вот, наконец-то. Может, он на себя наложил какой-то? Возможно, возможно. Поки-поки-поки-хил. Замечательно. Ну что, Лайрон, ребята, как думаете, в этой серии до какого уровня мы его сможем прокачать? Я надеюсь, где-то к 46-му мы сможем, потому что в следующей серии, ребята, мы идем сражаться с гейм-лидером. Кто не знает, в следующей серии, наконец-то, всеми ожидаемое событие. Мы пойдем сражаться за значок ледяного гима. Да, ребята, и мы попытаемся отобрать этот значок у гим-лидера, который сейчас там находится, и попробуем сами стать этим гим-лидером. Поэтому, ребята, это будет эпично, мне так кажется. Также мы потихонечку продолжаем фармить ресурсы, чтобы их продать, заработать монеточки и купить себе нужные вещи. Кто не помнит, в предыдущей серии мы купили себе, я хотел насобирать на механическую, вот эту, как его там, на механическую наковальню, но все же, мне кажется, то, что в тот именно экспе-шер, шапочка, нам было нужно больше. Вот, наконец-то, эволюция. Поэтому, ребята, мы купили экспе-шер, но сейчас, мне кажется, можно уже даже будет... Вот смотри, там на заднем плане какие-то инопланетяне воруют елки, видели? Все, уже украли, уже, ребята, украли. Поэтому, мне кажется, следующий предмет, который мы купим, это все-таки будет уже механическая наковальня. Ну, нападай, ладно, так уж и быть. Ну, ребята, наконец-то, Агрон появился у нас, 44 уровень, и это реально очень круто, потому что, наконец-то, у нас он есть. Я, если честно, не могу знать, вытащит ли он... О, шапочка новая. Вытащит ли он... гим-лидера, и сможет ли он вообще что-то сделать, но по сути, железо против льда, мне кажется, это нормально, то есть должны затащить, вот Агрон хотя бы должен кого-то затащить, но посмотрим, ребята, посмотрим. А я еще что-то хотел сказать, многие подписчики мне пишут, мол, Эдисон, ты можешь выложить по Черису, потому что... Есть еще другие покемоны, с помощью которых тебе могут выпадать шапочки. О, нифига себе, Раркенди у меня было. Я, наверное, просто качался, не заметил. С помощью которых тебе также могут выпадать различные шмотки. Я, ребята, знаю, это вроде... Там есть вроде 3 или 4. Я знаю, что это Фанпи, это Мяут и это Тедди Урса. Вот с помощью этих трех покемонов, там может еще есть больше, я, ребят, честно не знаю. С помощью этих покемонов вам также могут выпадать шапочки, как, например, с этой же Почерису. Но я так подумал, ребята, если вы не знали, чем больше у этого покемона уровень, тем чаще и тем лучше тебе будут выпадать вещички. То есть сейчас у нас 56 уровень по Черису, более-менее нам выпадают так вещички. А вы прикиньте, что будет на 100 уровне. Поэтому я пока что ее заменивать не хочу на того же Тедди Урсу или на того же Мяуда. Потому что я хочу увидеть, что же будет на 100 уровне. Прикиньте, если вот сейчас уже нам выпадает вот это, Грэд Болл нам выпал, Дайв Болл нам выпал, вот эти лечилки, Тандерстоун, Раркенди нам выпало. То что тогда будет, когда она будет 100 уровне?
времени. Мне просто вот это интересно. То есть, чем дальше, тем, по сути, больше и больше и больше и лучше шапочки нам будут падать. Поэтому, ребята, я хочу увидеть, что же будет на 100 уровне. Может, там уже даже лаки, эджи будут выпадать. Может, там уже даже будут, я не знаю, вряд ли мастерболы, но хотя бы квикболы или ультраболы. Вот поэтому, ребята, я и хочу увидеть, что же будет на 100 уровне. Мне просто это очень интересно. Мне кажется, да и вам будет интересно. Прикиньте, если на 100 уровне нам реально там будет выпадать, я не знаю, хотя бы те же экспешеры, или те же орбы, или те же кучи там всяких других полезных вещей, которые не выпадают сейчас, то мне кажется, это реально будет просто офигеть, как здорово. О, здрасте. Ух ты, черешбол. Ну, черешбол — это самый обычный покебол. Фу, я отошел ненамного, сейчас вернулся, я уже, если честно, потерял мысль, о чем я говорил только что. Для вас это было только что, но для меня не только что. Но все же, ребята, мы сейчас будем продолжать прокачивать наш покемон. Сколько у нас? 129, нормально, нормально, нормально. Что мы сейчас будем делать? Мы, в принципе, дальше будем прокачивать наших покемонов. У нас Шанделур 58 уровень. Как минимум, ребята, как минимум, нам нужно бы его прокачать к 60-му. Как только он станет 60-м, мне кажется, тогда уже появится еще больше возможностей, то, что мы победим гим-лидера с первого раза и не будем париться по этому поводу. И мне кажется, также было бы круто, если бы мы сумели прокачать и Грудона. Какого Грудона? Офигеть, Грудона. Я не знаю, о чем я вообще думаю. То, что я сказал Грудона. Не Грудона, а Агрона. Хотя, в принципе, вот так. Грудон, Агрон. Если бы мы его смогли прокачать к... к 50-му тоже уровню, как минимум к 50-му уровню, мне кажется, это реально было бы очень круто, потому что тогда действительно у него и больше бы силы намного было сражаться с гейм-лидером. Если он, если мы сейчас пойдем и он будет таким 44-м уровнем, мне кажется, ну, небольшой шанс, то, что мы сможем победить гейм-лидера. Тогда он уже будет 50-м, это можно сказать, на 6 уровней больше, чем сейчас. Вот тогда уже, в принципе, намного больше шанса появится, то, что мы сможем победить его сразу же. Посмотрим, ребята. Честное слово, я не знаю. Я не буду гадать, потому что я не имею представления. Вот таких маленьких уровней тоже, в принципе, можно убивать, потому что... мы им прокачиваем орпи, и они, в принципе, скоро умирают, и вот так. Сейчас мы убили 3 марипа там за 10 секунд, и, в принципе, можно сказать, прокачали орп на 4 убийства больше. Вот сейчас уже 4, сейчас уже 5. Это очень круто даже. Вот этих Салео, Сала тоже можно убивать, с них я не знаю... не скажу, что прям много опыта, но сойдет. Так, вылечимся. Какие-то вещички нам выпадают, не знаю. Новые не выпадают, потому что если бы новые выпадали, у нас бы в этих слотах, вот тут видите, появились бы какие-то новые. А старые, со старых, в принципе, тоже ничего. А, я говорил вот об этом черешболе. Он, в принципе, точно такой же, как покебол обычный, красный с желтым. Я с желтым, красный с белым. Если честно, не имею представления, почему они сделали то, что точно-точно такой же бол с такими же характеристиками, но, в принципе, называется по-другому и выглядит по-другому. Я не знаю, честно, ребята. Ну вот сейчас я заметил то, что нам уже выпала новая шмоточка. Это новая лечилка, вот смотрите. Вот она. Замечательно. Ну что, тут есть какие-то покемоны, хотя бы большие уровни, более-менее хотя бы большие уровни, было бы круто. А если бы мы вообще босса нашли? Прикиньте, ребята, если бы мы нашли там... о, еще новая шмотка выпала. Если бы мы нашли какого-то желтенького босса. Как бы это офигенно было, честно. Это бы вообще круто было. Желтенький босс, там бы нам сразу дали бы там, я не знаю, несколько уровней. Это реально было бы очень даже круто. Но... как-то, знаете, ребята, это не зависит от нас. Сможем ли мы его найти? Не сможем ли мы его найти? Заспавится, заспавится. Заметим его, заметим. Если нет, то... то нет. Выхода у нас, в принципе, нету. Так, ой. Завалим еще вот этого. Похаваем. У нас уже еда кончается. Но мне кажется, еды у нас еще хватает в том же... в той же плавильне там еще вроде еды достаточно есть. И мне кажется, даже в сундуках там чуть-чуть есть. Я разве не вылечил? Нет, я сам похавал, а покемонов забыл вылечить. Так, сколько? 104. 104, 104. Более-менее, то есть...
Смотрите, ребята, если в следующей серии мы уже пойдем сражаться с гим-лидером, если мы его сумеем победить, если, потому что я не хочу заранее говорить, если то, что мы выиграем, если мы выиграем, то в следующей серии, то есть мы тогда уже заспавним Молтреса, да, ребят, потому что мы уже сумеем прокачать. Сейчас это 30-я серия. В следующей серии это уже будет 31-я серия. В 31-й серии мы попытаемся сразиться с гейм-лидером, а в 32-й серии мы, ребята, заспавним следующую легенду. Это у нас будет Молтрес, да, ребята? И тогда у нас уже будут две легенды. Это будет очень круто. Я повторяю для тех, кто не то, что в бункере, а кто просто не знает, то, что в гейме запрещено использовать легенд. Там в правилах написано то, что бой 4-4, не больше, и запрещено использовать легенду. Поэтому, ребята, мы, к сожалению, не можем ни Артикуна не использовать, ни Молтреса. Конечно, если бы мы... Конечно, если бы мы сейчас словили Молтреса, то мы бы пошли с ним в гим, то мы бы, наверное, только одним Молтресом убили бы всех там подряд. Но, к сожалению, мы не можем его использовать. Так, ну что сейчас мы будем делать? Давайте, в принципе, вот этих уже тут допинаем. Сколько там у нас еще? Сейчас, в принципе, ночь уже будет. Хотя ночью даже лучше прокачиваться, потому что ночью у нас спамятся пылесосы. А пылесосы очень большие, в принципе, очень крутые уровни. И с них падает, в принципе, даже очень много опыта. Вот! Вот уже наши пылесосы начали появляться. И это круто. Это круто. Агрон уже 45 уровень, в принципе. Не уже мы ему прокачали только 2 уровня. Это не уже, но все же зато Шанделур у нас уже, ребята, 59-й. Может, к утру мы его уже прокачаем к 60-му, если... Ты чё вылез отсюда? Если, конечно, получится. Это можно выкинуть, это можно выкинуть, чтобы поскладывать в сундуки. А какие сундуки? В эту... с головы все вылетает в бэкпак. Так, это давайте вот сюда. Замечательно. Ну что, пылесосики, давайте, вы нам, если честно, очень даже нужны. Очень большие уровни. Да почему? А ладно, уже убьем, уже не будем менять покемона, уже убьем. Давай. Давай, замечательно. И сейчас с Шанделуром, там еще есть один покемон, круто. В принципе, да, к 46 уровню мы Агрона сможем прокачать, я думаю. Но к 60 в этой серии, не, ребята... Не сможем никак, это, если честно, даже нереально, мне так кажется, чтобы... И если, конечно, вот сейчас мы будем тут засиживаться до прям конца этой серии, то может, если серия будет длиться там, хрен его знает. И, кстати, ребята, как вам понравилась следующая серия? Потому что она реально была долгая, там около 50 минут, это, в принципе, реально долго, то есть... Не каждая же серия у нас 50-минутная, да? Хоть это реально, ребята, это... Вот такие длинные серии, они очень утомляют, и их очень долго заливать и все остальное делать, поэтому это реально. Но все же я рад, если она вам понравилась. 50 минут, это может даже сказать стрим, если бы у меня стримы работали и тянул интернет бы. Но все-таки это небольшой такой заменитель стрима, да. Так, Зубат. Зубат летает, Зубат летает. Я бы хотел словить Зубата. Меня, если честно, даже уже некоторые подписчики просили то, что, мол, Эдисон, слови Зубата. Я, может, ребята, словлю, но немного позже. Сейчас я за ним летать, охотиться на него прям жутко активно не буду. Поэтому, если потом мы его найдем, то, может, если он перед нами прям так будет, то, может, тогда мы его и словим. Ух ты, я уже думал, он нас убьет. Какой там? Да, Агрон уже 46 уровень. Мне кажется, сейчас уже нужно будет идти домой за хавчиком, потому что наш хавчик уже, ребята, кончается. Наш хавчик уже кончается. И это, ну, я не скажу, что это плохо. Почему плохо? То есть хавчика у нас, по сути, должно хватать пока что. Плюс тому мы выбиваем с пылесосов кучу хавчика. Хотя, в принципе, мы его продаем, мы его не коллекционируем. Ну, в смысле, коллекционируем, мы его не сохраняем. Потому что все же он стоит денег, и мы можем просто-напросто его продать. Ну ладно, давайте подождем, пока эти два драчуна, ну, драчуна в смысле друг с другом бьются, а не то, что вы подумали, да? Перебьются, и вот тогда мы сможем на них напасть. Фух, ну что, ребята,
Ну что, давайте уже докачаем Шанделура до 60 уровня. Дивгонги. Дивгонги это полезно, потому что они вроде спамятся. Да, они спамятся сразу несколько штук. И они, в принципе, большие уровни. Это очень круто. 45 уровень. Да, все, Шанделур уже, ребята, у нас 60-й. Уже даже мы ее уже больше даже перекачали, чем ту же по Черису, да, то есть он уже больше. Ах ты паскуда. Он уже больше уровнем, чем та же по Черису. Так, еще один. Фига себе. Один. Два. Круто. Ребята, вы видите еще кого-то? Ну вот пылесосик еще есть один. Вот еще один пылесосик есть. Смотрите тоже на землю, потому что на земле мы сможем же увидеть покеболы, которые валяются. И, в принципе, это круто, потому что мы с них сможем что-то собрать. Если я их, конечно, замечу. А то, знаете, что-то я могу заметить, что-то не могу заметить. Ладно, там еще один был пылесос, но к нему я возвращаться сейчас не хочу. Давайте лучше сюда потопаем. Я там Дивгонга уже вижу, поэтому это будет полезнее. Он, в принципе, и уровень больше, и их там... самих дивгонгов больше. Да, вот сколько их там заспамилось. Сколько? 76. Да, ребята, в этой 32 серии мы действительно уже заспавним Молтреса. Уже готовьтесь, потому что это будет через несколько серий. И потом, что нам останется, это только найти алтарь Забдуса, прокачать орб и славить последнего легендарного, ну, в смысле, легендарную птицу. Знаете, вот что я сейчас подумал? Вы, может, задаетесь вопросом, а почему я сначала решил победить гим-лидера, а только потом заспанить Молтреса? Мы, в принципе, уже Молтреса можем, наверное, заспанить в следующей серии, а с гим-лидером сразиться еще в следующей. Ребята, у нас нету мастербола. Мы, в принципе, могли его купить, да, может, мы сейчас и накопим... Если мы сейчас, например, вернемся домой, может, у нас уже будет хватать ресурсов, чтобы купить еще один мастербол. Но, мне кажется, будет проще, если мы просто-напросто убьем уже, наконец-то, вот этого гимли... Ну, как убьем? Победим, не убьем. Это же не какой-то, там, не знаю, боевик или шутер, да, как, где мы убиваем всех подряд. Нет, ребят, это... Мы, когда мы его победим, вот тогда мы все-таки получим уже мастербол... как приз, и вот тогда, о, новая вещичка, и вот тогда мы пойдем, ребята, и не сразимся, а пойдем и заспавним Молтреса, да, ребята. Это будет круто, я надеюсь. Дивгонги, ну, да, есть там один, есть там второй. Вот эти шапочки, я не знаю, честно, ребята, то есть я вот такие шапочки, честно, толком никогда не использую. Поэтому мы их просто, наверное, коллекционировать будем или продавать, я не знаю. Может, даже потом продадим там за пару монет, если они нам вообще там прям не нужны будут. Посмотрим. В принципе, Шандалур уже даже 61 уровень скоро будет. Это тоже круто, потому что хоть и на один уровень больше, но зато этот уровень ему придает больше хп, больше защиты, больше урона. Поэтому хоть и на пару миллипроцентов, но у нас появляется больше шансов победить гим-лидера. Поэтому, ребята, это даже то, что если мы ему прокачаем на 1-2 уровня больше, то больше шансов будет то, что мы вообще сможем победить этого гим-лидера. Это, если честно, тоже очень круто. Так, опять давайте покушаем. Ух ты, у нас два мясика осталось. И после этого нам нужно бежать домой и брать еду с наших сундуков, потому что наша уже кончается. Так, никого, только вот этот. Как думаешь? Нет, вряд ли он станет 61 уровнем. Нет, не стал. А хотя тут еще один. Вот сейчас я даю 85%, то, что он сейчас станет 61 уровнем. Да, и круто, круто. И Агрон 48 уже. Тоже очень сильно круто. Но мне кажется, уже, наверное, можно отсюда уходить. Уже, если честно, немного надоело. Может, мы сейчас пойдем поспим. И поутру мы пойдем в... Куда, ребята, вы думаете? Мы пойдем в саванну. В саванне, в принципе, там тоже мы нашли в предыдущей серии нормальные точки. Давайте пойдем поспим. Там, в принципе, тоже нормально, так, покемонов. Вот, ребята, мы уже, наверное, Шанделура больше перекачали, чем Инфернейпа. Это, ну, это даже круто. Потому что он уже точно такой же уровень. Так, давайте это все попродаем. Что там у нас есть? Сколько? Вот смотрите, стак уже есть. Можно сказать, у нас уже два стака есть. Сейчас посмотрим.
Можно сказать, у нас уже 3 стака есть. Дальше. Продаем. Можно сказать, что у нас уже 4 стака есть. Вот так. И, в принципе, еще вот там рыбка есть. Еще рыбка есть, это, в принципе, не так уж и много. Но хотя можно продать, пускай уже продадим вот это все и посмотрим, сколько у нас там осталось. Все, вроде все, да, ребята, больше ничего нету. А вот тут еще можно вот это продать. Хотя, в принципе, это, наверное, нужно. Не знаю, потом посмотрим. И вот смотрите, 1, 2, 3, 4. 4, это даже очень круто. Так, сейчас это сюда. Вот так. У нас есть 12, то есть мы уже прямо сейчас можем купить себе мастербол, но я, ребята, не хочу. Давайте сразу же возьмем еду, пока я опять не забыл, чтобы потом лишний раз не возвращаться. Ну вот, стак картошечки будет как раз самое то. Ну что, куда идем? В принципе, сейчас, наверное, просто-напросто полетим. У нас есть в команде Филиппиша. Пипиша. Нет, не Пипиша, не кричите. Филиппин у нас есть, в принципе, Манчлакс. Какой Манчлакс? Охренеть, о чем я вообще думаю? Какой в жопу Манчлакс? Ноктаул, да? Ух ты, офигеть. Мне кажется, ребята, на этом уже можно даже заканчивать сейчас будет. Потому что серия уже реально очень долго длится. Давайте мы еще сейчас туда полетим. Я просто-напросто назову уже наконец-то по черису честь Алены Мони. Это, в принципе, даже прикольно будет, потому что по черису мы часто в данный момент используем. И, как я уже сказал, мы, наверное, будем даже ее использовать до того, как только мы прокачаем 100-й уровень. Потому что на 100-м уровне я просто хочу посмотреть, будут ли выпадать вещички очень... Ути-пути! 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 Я только сейчас, ребята, заметил. Офигеть, я так... Офигеть, как я вовремя спустился. Стоять. Ху. 71 уровень. Не убивай нас, я хотел сказать. Ну да ладно, по черису. Ну ладно, давайте. Что за хрень? Он убежал от нас? Покехил, где он? Ух, твою мать, если бы ты пропал, я бы не знаю, что я бы с тобой сделал, честное слово. Так, вот он нас убил опять. Да твою мать, по черису нельзя, вот. Инферней, стукни ему, пожалуйста, так, хорошенько. Во, нормально. Нормально. Дабл тим, квик, это вот это можно. 3 вещички выпали. И старый эволюционирует. Я, если честно, случайно ее выкинул в бой. Ну, круто то, что мы вообще босса нашли под конец серии. То есть, если бы я сейчас сюда не пошел, то мы бы его не нашли, мы бы там не прокачали несколько уровней. Это даже круто, ребят. То, что мы его сейчас нашли, убили. Он синенький был. Конечно, было бы круто, если бы он там был. Перед нами просто так заспавнился. Таймербол, спортбол. А где квикбол? Я его что, выкинул? Нет, вот он. Прикиньте, если бы реально выкинул. Ух ты, Синдеквилл! Если мы его словим, то это будет наш новый огненный капитан. Капитан команды. Сейчас у нас есть Инфернейп, и мы его словили за миллисекунду, можно и так сказать. Очень даже круто, ребята. Офигеть. То есть мы... Если бы я сейчас сюда не пошел, то, во-первых, мы бы не нашли... Это там горит что-то. Да. То, во-первых, мы бы не нашли этого босса, мы бы не выбили с него 3 шмотки и не прокачали бы уровни покемоном. И, ребята, мы бы сейчас... Сзади нас, вот видели, я видел там на заднем плане, заспавнился вот этот огненный покемоша Синдеквилл. Офигеть, вот там еще... Нет, это Синдеквилл или это его следующая эволюция, я не знаю. Таурусов, Шандлор. Давайте, в принципе, еще быстренько поубиваем. Хоть это не прям какие супер большие боссы, но с них выпад... Да твою мать, ты его уже когда-то ударишь, нет, наконец-то. Ага, то есть той атакой он, походу, не бьется. Хотя нет, 45 уровень, это даже очень круто. И опыта с них дает где-то по процентов 8 нашему Шанделуру. Ну, с этого меньше, потому что он, в принципе, уровнем меньше был. И вот этот, в принципе, тоже небольшой. С них выпадает и хавчик, и кожа. Которые вот эти предметы мы сможем, в принципе, потом продать. Босики. Может, тут еще есть какие-то босики? Было бы круто, если бы да.
Так, ладно, это небольшие уровни, нету смысла на них тратить время. Ладно, ребята, мне кажется, действительно уже на этом можно заканчивать. Но давайте еще раз сейчас назовем. Так, по черису. Фух, ну что, статс где-то вот тут. Алена можно и так, да, в принципе, ладно, пофиг, так. Вот так, рename. Замечательно. Добро пожаловать в команду, Алена Моня. Алена Моня она называется. Вроде да. Ладно, я, в принципе, могу ее переназвать, правильно написать, вот так, но это будет, я не знаю, может как-то хреново отображаться, хотя нет, в принципе, нормально, ладно. Неважно, это не так уж и важно, но, в принципе, добро пожаловать в нашу команду. Я, ребята, говорю вам спасибо за то, что вы предлагали свои имена, и не волнуйтесь, я также запомнил ваши еще самые такие популярные предложения, это, как я уже сказал, там, Саша Спилберг вроде, да, она называется, и Марьяна Ро, да, или, да, вроде. Поэтому я потом в честь них тоже назову, но уже каких-то других покемонов. И это реально тоже будет очень круто. Так, давайте мы еще покушаем. И на этом, ребята, можно уже действительно заканчивать. Ну что, ребята, я говорю вам спасибо, не забываем ставить лайки, ведь, как я уже сказал на начале серии, как только мы наберем 1000 лайков, в ту же секунду выходит следующая серия. И когда это будет сегодня, даже сегодня, или завтра, или послезавтра, ребята, зависит только от вас. Поэтому... Когда вы хотите следующую серию, вы можете решить сами. И когда она выйдет, тоже. Так, давайте еще вот это заберем. Поэтому, ребята, не стесняемся, ставим лайки. Я, если честно, также буду этому очень сильно рад. И также вам благодарен. Поэтому, ребята, действительно, не стесняемся и ставим. Также еще что я бы хотел сказать, это не забываем оставлять свои комментарии. Ведь я общаюсь со своими подписчиками. И все, что у вас требуется, это просто-напросто их написать. Я постараюсь прочитать, ответить, также с вами пообщаться. И последнее, ребята, то, что я бы хотел сказать, это не забываем подписываться на мой канал, вступать в нашу большую дружную семью. И все, что вас требуется, это просто-напросто подписаться. Я также тоже буду вам очень сильно благодарен, если вы вот это сделаете. Ну что, ребята, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Хей, дружок, притормози, вот сюда посмотри, здесь ты видишь палец вверх. Вот нажал, и вот успех, я лайку буду очень рад. Ты же в курсе, ты ж мой фанат, у нас большущая семья. Все подписчики и я.